Успешное мероприятие – это настоящее произведение искусства. Это талант, помноженный на трудолюбие и опыт. Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» стал современным воплощением полувекового опыта международной компании «Экспофорум Интернешнл». До его строительства главной сценой выставочной жизни Санкт-Петербурга был комплекс «Линэкспо». Сейчас на базе «Линэкспо» открыты Центр импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга, первая и единственная в России постоянно действующая площадка, созданная для реализации государственных программ импортозамещения. Еще один стратегический проект компании – китайский деловой центр. Это площадка для эффективного взаимодействия представителей бизнеса и власти России и Китая. В 2016 году здесь открылся самый большой китайский ресторан в Европе. Большинство выставочных и конгрессных проектов переехали в «Экспофорум». Новый конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» находится вблизи международного аэропорта и способен принимать деловые и культурно-развлекательные мероприятия любого масштаба и сложности. «Экспофорум» построен в полном соответствии со стандартами Всемирной ассоциации выставочной индустрии. Три павильона и конгресс-центр, соединенные крытой галереей. Таможенно-логистический комплекс, два отеля сети «Хилтон», бизнес-центр, бесплатная вместительная автостоянка. «Экспофорум» расположен на Пулковских высотах, самой высокой точке Санкт-Петербурга, в 5 минутах от аэропорта и кольцевой автодороги. От ближайших станций метро в дни мероприятий курсируют бесплатные автобусы. Главное достоинство «Экспофорума» — это многофункциональность. Павильоны построены по бесколонной технологии, а конференц-залы трансформируются благодаря мобильным перегородкам. На этой сцене компания реализует самые смелые и яркие произведения конгрессно-выставочной индустрии. Все направления деятельности «Экспофорум Интернешнл» — это идеально настроенные инструменты, и от каждого из них зависит финальный результат. Экспозицию задает генеральный застройщик площадок. F-Design проектирует, строит и монтирует стенды более сотни выставок в год. Четко, словно метроном, работает подразделение Pantbalt Service – логистический инструмент, обслуживающий свыше 80 отечественных и зарубежных мероприятий в год. «Экспофорум Интернешнл» виртуозно оказывает рекламное, маркетинговое и пиар-сопровождение мероприятий. На самых высоких нотах проходит прием и размещение в гостиницах, организация культурной программы для гостей. Разнообразие гамм в произведении – заслуга дочерней компании «Карамель Кейтеринг», способной одновременно обслуживать до 3000 человек, предлагая блюда ресторанного уровня. На двух площадках компании ежегодно проходит более 70 выставочных и 300 конгрессных мероприятий. Гамма из более полусотни событий других форматов – съезды, шоу, корпоративные встречи и спортивные состязания. Заключены стратегические соглашения до 2019 года с российскими и зарубежными игроками индустрии встреч. «Экспофорум Интернешнл» – участник престижных международных ассоциаций. Портфолио компании – более 20 собственных произведений. Выставка «Агрорусь» – это более 1000 экспонентов из 17 стран мира. Энергетика и электротехника – крупнейшая отраслевая международная выставка. Зоошоу и зоосфера проводятся уже 24 года. Выставка и конференция по судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа Нева за 24 года стала крупнейшей в России и СНГ и одной из крупнейших в мире гражданских морских выставок. «Экспофорум» – центр притяжения на юге Санкт-Петербурга. Перспективные направления деятельности компании – организация спортивных и ивент-мероприятий. В 2016 году компания «Экспофорум Интернешнл» выступила официальным оператором петербургского этапа юбилейного 80-го чемпионата мира по хоккею. Совместно с другими игроками майс-индустрии компания реализует зонтичные проекты. Петербургский международный газовый форум входит в топ-3 российских выставочных проектов данной отрасли. Петербургский международный форум здоровья является единой площадкой для профессионалов в области здравоохранения. Российский международный энергетический форум объединяет обширную конгрессную программу и одну из ведущих российских отраслевых экспозиций.
начался конгресс Экспофорум Интернешнл – это слаженный оркестр, который создает на конгрессно-выставочном рынке Санкт-Петербурга произведения международного масштаба.